С участием иностранных гостей проходит и международная выставка World Food Узбекистан. Главное мероприятие в секторе пищевой промышленности и продуктов питания проходит в этом году 18 раз. На одной площадке она вновь объединила ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов пищевой отрасли. С места события наш корреспондент. Если в планах открытия пищевого бизнеса, поиск дистрибьюторов, продуктов питания или выход на экспорт, то эта выставка – обязательное место для посещения. От обычных овощей и фруктов до изысканных деликатесов, да и по масштабу, составу и географии участников, количеству представленных брендов и профильной посетительской аудитории, World Food Узбекистан – единственное в своем роде в Узбекистане. Выставка для многих участников долгожданная, как и сама весна. Пусть само время года не балует с вкусными и свежими явствами, зато агрофирмами Узбекистана представлен широкий ассортимент плодово-овощной продукции. По поручению президента Республики Узбекистан в каждой области на сегодняшний день со стороны Узбек-Озхолдинг создаются самые современные логистические центры для того, чтобы своевременно собрать урожай, переработать, это калибровка, сортировка, упаковка в свежем виде, а также в сушеном виде переработка и также заморозка продукции. На сегодняшний день мы экспортируем свою продукцию на более 80 стран мира. Очень интересные и насыщенные стенды подготовлены Германией, Индией, Индонезией, Казахстаном, Китаем, Россией, Турцией и другими странами. Особенно выделялся и белорусский. Кстати, эта страна на выставке дебютант. Мы видим здесь основных производителей Узбекистана в пищевой отрасли. Видим основные направления, по которым можем сотрудничать, увеличивать товарооборот между нашими странами. Целый павильон вкусностей, а рядом другой тоже по теме, но уже не съедобной продукции. Здесь представлено самое разное оборудование для переработки фруктов и овощей. В пищевой промышленности эффективная, безопасная сушка, просеивание и хранение продуктов являются важным фактором и определяющим его успех. Вот мы сейчас подходим к стенду, вот Сардор Санжарович, уже можно понять по вашему стенду, что оно специализируется, компания специализируется в переработки, хранения сухих фруктов и овощей. В процессе нашей деятельности мы пришли к такому выводу, что нужно развивать наше производство, и мы поставили новое оборудование для производства, оборудование для сушки, для предприятий, занимающихся переработкой плодово-овощной продукции, также для предприятий пищевой промышленности. Если пройдем, мы можем вам показать нашу продукцию. Например, мы начали выпускать вот такие емкости, которые используются для молочников. Также вот здесь дальше мы можем посмотреть нашу разработку нашей компании. Это называется элеватор, по которому сушеная продукция, любая сыпучая продукция поставляется для дальнейшей переработки и для дальнейшей инспекции. Выставка – идеальная площадка для переговоров и сделок, продвижения продуктов, развития бренда и изучения рынка.